начинаем операцию от Бага на Ио. Икора Рэй и Ашер Мир будут на связи. Мы посылаем вас в Пирамидион. Проберитесь в самое его сердце и найдите Брагион, разум Вексов, который превратил мою руку в это. Ваш долг отомстить за меня. Вечно нам достаются плевые задания. Заранее. Генезисный разум делал все, чтобы не дать моей боевой команде добраться до терминала. Он изменил саму реальность, чтобы остановить нас. Я не удивлюсь, если он использует ту же стратегию против тебя, ассистент. Никаких изменений в реальности пока не наблюдается, но мы будем начеку. Странно. Мы следим за резонансными частотами Пирамидиона, пока вы внутри. Кажется, я узнаю голос. Осириса? Нет. Показания всех моих датчиков расходятся. Я полагаю, одержимые создают эти помехи. Уничтожьте их. Thank you.
Ашер не может понять, где вы. Если связи нет, значит, он закатил истерику и сломал микрофон. Я это слышал, мерзавка! Он не боится так выражаться, потому что он на Ио, а я нет. Вы смотрите в неисследованную ноздрю спящей машины. Пройдите внутрь. Прости, в ноздрю? Ты в этом уверен? Ты думаешь, я бы сказал что-то, в чем не уверен? Прошли через ворота. Теперь перед нами страшная бездонная яма. Что? Там не должно быть ямы. Только фрактальные берега озера из радиолярий. Это совершенно не похоже на истории Ашера о Пирамидионе. Очевидно, это какая-то ловушка. Мы в каком-то межпространственном терминале. Синтетико-нейронный терминал в двух шагах от Брахиона! Пусть генезисный разум знает, что у него гости.
кризисный разум уже мертв? Ага, и мокрого места не осталось. Да, я мечтал о мести с того дня, когда у меня не стало руки. Разведчики Кейда сообщили тревожную новость. Мы не должны отдавать им преимущество. Эта война слишком затянулась. Смотрите направо, водопад масла вексов. Масло вексов.
нагрелась в своих блоках памяти. А как насчет энергощита? Думаю, за тем барьером присматривает находящийся неподалеку Вексы. Ну, я мог бы... Ладно, откроем огонь. Зачем Красному Легиону вообще понадобилось здесь бурить? Согласно радиопереговорам, им нужно больше оружия. Да неужели? И, разумеется, бригада уборов вооружены. Дружеский совет. Кейт ведь здорово попал, когда решил ограбить Вексов. А почему Красный Легион? Нет. Результат расчета. Сходство Кейда с Красным Легионом 0,001%. Кроме того, ты же понимаешь, Кейт тупой. От твоего нытья нет никакого толка. Думаю, они хотят вернуть бур. Эта штука произведет запуск в нужную сторону, иначе поездка будет очень короткой.
ночь, наконец! Давала, у нас порядок! Оружие вексов в руках Красного Легиона стало бы нашей погибелью. Благодаря тебе мы одержали победу на всем фронте. Тебе следовало бы отдохнуть, но нам нужна твоя помощь. Что-то мне подсказывает, что ты не против. Конечно ли архивы? Может, что может быть лучше, чем полный магазин? Новая монархия была бы рада твоей поддержке, но каждый из нас выбирает свой путь. В подлинном духе единства мы временно открываем наш арсенал для всех стражей. Если хочешь, ты можешь купить наше оружие. Друзья, Сурая, вижу, ты не сдаешься. Убила Гоула, разбудила странника. Увидимся. Я получу ответ. Да ты шепчешь в пустоте. Отвечает ли? Мы не можем позволить им одержать победу. Отлично. Возвращайся с интересными рассказами. А, ты снова здесь. Отлично. Будь сильным. Ты что-то ищешь, Страж? Всегда рада тебя видеть, Страж. Спасибо за посещение, Эververse. Провожу поиск, поиск, поиск. Есть, есть, есть. Все готово, все готово. Мир меняется, Страж.
Ты должна подготовиться и приспособиться. Мир меняется, страж. Ты должна подготовиться и приспособиться. Приветствую, страж. Добро пожаловать. Как обстоятельства меняются, а данные остаются. Всегда. Мы превысили бюджет. Придется вернуться к исполнителю.